Разрезаем. Вау! Всем привет, привет! Мы сегодня с Мией готовим мой любимый пирог. Точно. Что же нам понадобится? Два сыра. Там и масло. Сливки, желатин. Для основы это у нас будет печенье, тарелка и основа. Для пирога. Фишка нашего пирога, он готовится без выпекания. Вау! Начинаем мы с печенья. Да. Печенье. Пирога. И будем ломать его в тарелочку. А половина в рот. Точно. Можно это, конечно, все смешать блендером, но мне стало его чуть пугаться. Поэтому мы сидим, будем делать это все руками. Ням-ням-ням. А вот на руки. Пожалуйста. Посмотрите, какая у нас получилась масса. Здесь у нас почти вся упаковка печенья Любятово. Основа у нас 20 сантиметров. Мы делаем в нее, и мы с Мишей любим, чтобы они были не очень плоские, а побольше коржик. И коржик сам побольше, и начинка. А теперь мы добавляем масло. Масло мы растопили в микроволновке. Масло у нас здесь чуть больше полупаковки стандартной. Мы очень хорошо размешали, и теперь будем укладывать в нашу основу. Коржик готов, мы его сейчас убираем в холодильник и делаем творожную начинку. Желатин растворяем со сливками. Какой фондой? Да, половину делаем, полупаковки. Значит, много. Упаковка у нас 200 миллилитров, делаем половину, значит, будет 100. Угу. Значит, нужно, чтобы все растаяло. И весь желатин растаял. Так будет вкуснее. Берем полторы пачки вот такого сыра. Он идет на 220 грамм. Но кому надо потоньше, то можно упаковку одну. Это 220 грамм. Солнце, чудо-чудес. Ага. Начали готовить. Стало приходить солнышко. Здесь у нас творожный сыр, а здесь у нас сливки с желатином. Желатин уже весь растаял. И добавляем. Это немедленно. Не быстро. Мы никуда не торопимся. Нет, никуда не торопимся. Ага. Нет. Вот что у нас с вами получилось. Мияша уже убежала играть, а я сделаю сама сейчас верхний слой. Равномерно распределяем. Такая получилась красота. Да, думаю, видно, камера передает. Сейчас немного еще ее стрясем и убираем в холодильник на 3 часа. Вот такой у нас с вами получился малыш. Открываем. Что же получилось? Опа. Ой, ну на вид очень красиво. Сейчас еще праздничную уберем. Тарелку для тортика. Будет очень красота. Да. Вставку мы сделали здесь металлическую, так и оставили снова, чтобы не получилось у нас Мии в этот раз поддеть его. Да? Чтобы он не распался. Вкусненько? Ага, давай разрезать. Разрезаем. Мии сделаем сюрприз, пока она убежала за своим фотоаппаратом. Получился дружочек-пирожок. В этот сахар мы начинку не добавляем, потому что печеньки сладкие получаются. Нет. Нет, будет не есть песочное тесто. Если любите послаще, можете в начинку добавить еще и сахар, но не добавляем. Мияша убежала уже играть на фотоаппарате своем, нашла новую функцию, она сегодня фотографирует и фотографирует. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, пока-пока!